вы думаете, для чего их оставляют? Ну да, чтобы вернуться. Шаманы захватили. Богатыми хотят все. Шаман здесь жил. За добрый себя. Какого за пещере обитает свой дух-хранитель? В большой долгинской пещере принято считать руку гнома. Его очертания лица вы можете увидеть там на скале. Мы внимательно сейчас смотрим. Я увидел. Левый глаз видим, вот он? Да. Вот правый. Ниже нос. Рот. И борода. Ребята, видели? Нет. Давайте еще раз. Не светите, вы же видите. Не желающие, можете задобрить духом. Также обратите внимание на верх. Видите белое образование сверху? Да. Белое образование – это сталактит. По-научному он называется кораллный сталактит. Образуется он путем прохождения воды через породу, собирая с собой минеральные вещества и соли. Вот. Это довольно долгий процесс. 1 мм сталактита вырастает от 1 года до 10 лет. Папа! Иди, иди, Егора, сзади. Видишь, как я иду? Да, тебе-то повезло. Телефон, да что у меня в руках? У кого телефон упал? Наверное, у меня. Да выходите, я сейчас потом следом идем. Сегодня. Я вот подъем уже здесь. Ага, аккуратно поднимайтесь. Учеными там был обнаружен 12-сантиметровый слой золы. Это доказывает, что там не одну сотню лет древние люди разжигали костры. Также данную находку может подтвердить сквозное образование, сверху видим. Да. Сквозное образование это служило древним людям как естественный самосход. Вы видели? Да.